Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Мам, ты же меня уже заплела. А теперь я увидела, что неровно. Я не вижу, никто не увидит. Так не дергайся. Давай тише говорить, а то папу разбудим. Нельзя с таким беспорядком на голове ходить. Чего так орете-то? Потише нельзя? Так а ты же собирался к 10 в поликлинику. Я в поликлинику больше не пойду. Все без толку. Меня даже не уговаривай. Ну, ты видишь, папу разбудили. Товарищ лейтенант, я развернулась в этом месте согласно знаку 631, место для разворота. Я перестроилась в крайнюю полосу согласно пункту 9.4 правил дорожного движения. Я делаю так каждый день, и я не понимаю, почему вы меня остановили. Езжайте, Софья Владимировна. Не забудьте страховку продлить. А этого Лихачева почему не остановили? Потому что у него все схвачено, да? Мама, поехали. Счастливого пути, гражданка Ковалева. Доброе утро, Максим Викторович. Опять лихачится? Штрафы не устали оплачивать? Ну, тоже у меня праведник, а? Я езжу как пенсионер. Разве в нашем городе разгонишься? Я завтра же найму тебя водителя. Это плохая шутка, Николай Петрович. Максим Викторович, это не шутка. Это производство необходимости. Представляете, мы выиграем тендер, а вы лихачите, не пропускаете пешеходов. Компромат на всех камерах города. Я твой начальник, а ты подчиненный. Я помню, но я твой заместитель. Я как заместитель не имею ни малейшего желания замещать тебе, если с тобой, не дай бог, что-то случится. Я говорю тебе, это как лучший друг, так что, Коршаков, за руль ты не сядешь. Ты мне сейчас одного человека напоминаешь? Такой же зануда. Какого? А это не важно, идем работать. Пойдем. Коль, как думаешь, где лучше аквапарк поставить? Макс, это детская больница? Ага. Ну и какой аквапарк? Вика больше всего на свете мечтала попасть в аквапарк. Но не успела, потому что ей не смогли поставить верный диагноз. Поэтому в этой больнице будет не только лучшее в мире оборудование и лучшее в мире врачи, но и аквапарк. И называться он будет Виктория. Макс, я тебя очень сочувствую, правда. Мечта красиво построить детскую больницу в честь младшей сестры, но, слушай, аквапарк – это чистая вода авантюр. Что ты взял? Ну, во-первых, удорожание проекта почти в два раза. Так.
Ну, а во-вторых, вся наша история — это как бы еще вилами по воде. Мы выигрываем тендер на строительство Северного моста. Из доходов от строительства строим больницу. Все просто. Да, но тендер-то надо еще выиграть. Ты Оксфорд зачем заканчивал? Именно для того, чтобы написать все документы так и просчитать все так, чтобы мы выиграли тендер. Правильно? Правильно. Ну? Но жаль, что ты ничего не закончил. Иначе бы понимал, что тендер практически наш. Ну? С вероятностью 98%. Коль, ты такой зануда, а? Практически как Ковалева. Кто такая Ковалева? Проехали. Задача ученого совета сегодня — выбрать спикера на научную конференцию в Лондоне. Коллеги, я полагаю, никто не будет спорить, что представлять наш институт должна Софья Владимировна Ковалева. Ее статья о теории приложений многомерных обратных задач для дифференциальных уравнений — это практически революция. К тому же Ковалева — единственный сотрудник института, который защитила докторскую на основе кандидатской. Да, гениальная наша. Элита научного сообщества. Я сомневался, что именно она в Лондон поедет. Следующий, вот мы еще посмотрим. И потом, Софья Владимировна просто красивая женщина. Это не имеет отношения к делу. Ну что ж, коллеги, если по кандидатуре Ковалевой вопросов ни у кого нет, то я предлагаю наше заседание считать законченным. Всем спасибо. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Для меня это очень неожиданно. Ну что вы, Софья Владимировна, куда нам всем до вас? Вы же чистый гений. Ну, эта статья далась мне потом и кровью, и, думаю, гений справился бы легче. Ну, справились. Потому что я привыкла доводить все до конца. Простите. Да, Катюш? А, естественно, я не пропущу собрание. Передай учительнице, что я буду. Угу, пока. Все, девочки, я побежала, у меня все по минутам расписано. Пока. Механизм, а не человек. Не говори, смотреть противно. Прости, забыл отключить. Да, Лен? Ой, Ал, прости. Прости, ну, дорогая, ты же знаешь, что у меня на работе секретарша Лена. Вот я и Ленка с утра до вечера. Ну, конечно, не забыл, как я мог. В 9 у тебя как штык. Ну, конечно, до утра, куда я денусь? Ну, все, пока, не могу говорить, прости. Давай. Да что такое? Да, Лен? Да ты что? Как я мог забыть про твой день рождения? Конечно, я помню. Буду в 10 с подарками. Конечно, до утра, куда я денусь? Ага. Все, целую, пока. Коль, по-моему, я попал. По полной. Ну, спасай, друг. Опять? В начале 10-го ты мне звонишь и громко в трубку говоришь, вернее, даже не говоришь, орешь так, чтобы Алла слышала то, что меня вызывают на объект. Жениться вам от барин. На одной из этих двух финтифлюшек. Коль, ну спасибо. Девушку голову морочишь. Коль, ты не прав. Пока у меня нету в паспорте штампа, я никому ничего не должен. Ну да. А наследство кому будешь оставлять? А я помирать не собираюсь. Ну да. Жена должна быть женщина приличная, с образованием, с воспитанием. А я как о такой подумаю, мне застрелиться хочется. Сразу Сонька Ковалева в голову приходит. А с такой, как она, я могу жить только в гробу. Опять какая-то Сонька Ковалева. Что ты ее сегодня везде не вспоминаешь? У меня такое ощущение, что я ее сегодня видел. Вот как наяву. А еще ты со своим занудством, как Сонька. Да кто такая Сонька Ковалева? Если ты сейчас скажешь «проехали», я вот эти вот звонить, орать в трубку не буду, сам разбирайся. По-трезвому я о Соньке говорить не могу. Ну, я по... Ты меня послушай еще раз. Я тебе говорю, какой театральный. На мехмат ее берут без экзамена. Все, некогда мне. Я на совещании. Ну, потом тебе перезвоню. Что, тоже дома проблема? Почему тоже? Ну, как почему? Я 15 лет жду, пока ты разведешься. Скрываю нашего общего сына, а на конференцию в Лондон едет какая-то Ковалева. Ириша... Ири, для тебя это не проблема. Ну, ты же сама знаешь, вон, все решает ученый совет. Зайка, ну я-то что могу сделать, а? Я все поняла, Егор Глебович. Привет жене. Ой, или я сама передам. Да подожди ты, стой, ну... Что ж такое, это все навалилось-то сразу. Погоди. Ириш, давай я что-нибудь придумаю. Сразу придумаешь? Ну, конечно. Я попробую. Мог бы сразу что-нибудь придумать. Я чувствую себя какой-то шантажисткой.
Серина Ивановна, можно? Соня, ну понимаешь, это последний шанс. Ром, садись. Послушай меня, это фантастический врач. Он китаец, лечит иголками, и у него какая-то секретная методика. Он как раз специализируется на этих спортивных травмах, но у него запись на год вперед. Ну, я договорилась с администратором клиники, потому что у нас ее дочь учится в школе. Соня, ты наплюй это на эти родительские собрания. Здоровье Артура гораздо важнее. Катя, ты же знаешь, я не привыкла ни на что плевать. Я успею и в клинику, и на собрание. Катя, все, я завелась, я поехала. Жду адрес. Так. Что вас привело ко мне, молодой человек? У меня опять двойка по поведению, но я не за этим пришел. Угу. Мне нужен ваш совет, как женщины. Как женщины? Да. Я влюбился в Надю Воробьеву из 5 В. Угу. Ну что ж, Рома, давай разбираться с этой ситуацией. Давайте. Может, не будем о грустном, а, Коль? Будем, Макс. Хочу знать, что это за Ковалева такая. Тогда мне надо выпить. Давай два, как обычно. Ладно, рискну здоровьем, вспомню. Это кошмар. Давай. Представь себе, я нормальный пацан. Резкий, дерзкий, умный. Умный не в плане оценок, ну, а по-житейски. Я умею разрулить разные ситуации. Коля, разрулить-то приходилось много, потому что отец алкоголик, умер рано, мать нас с сестрой, двоих одна тянула и так далее. Ну и зачем мне все эти знания из учебников? Ну, давай, ближе к делу. Короче, нашу старую школу закрыли на ремонт, а меня перевели в другую. Ну и тут начался весь этот кошмар. В старой школе знали, что я двоечник, прогульщик, но я нормальный пацан, нормальный. А в новой? В новой старосты математический гений. Представляешь, что такое математический гений? Ну, догадываюсь. Коль, ты не догадываешься. Математический гений – это не человек. Это робот, у которого вместо глаз дроби с процентами. Понимаешь? Откуда ты такие умные слова знаешь? Коль, если ты будешь перебивать, я перестану рассказывать. Все, продолжай, да. Намечалась у нас контрольная по математике. Я взломал учительскую, ну и выкрал варианты задач с решениями. Это же криминал, Макс. Да нет, это мелкое хулиганство, и меня бы не поймали, если бы не сработала сигнализация. В общем, хотели меня из этой школы отчислить. Они отчислили? Почему? Ковалева. Ковалева. Ковалева встала перед всем классом и сказала, что берет меня на поруки, и что через месяц я все эти задачи буду как орешки щелкать. Ты опять в темноте сидишь? Свет выключил, глаза бьют. Ты знаешь, я не могу без света. А я при свете не могу. Так, нормально? Нормально. Где Женя? У себя спит. Мы поужинали? Угу. У меня хорошие новости. Отгадай, какие. Тебя в академике взяли? Ну, не совсем. Я еду на конференцию в Лондон. Ёлки-палки. А вторая новость тебя касается. А я куда еду? Олимпийские игры с костырями? Ну, перестань. Я нашла врача, он китаец, занимается спортивными травмами. 5:25. Хренью ты, перестань заниматься. Он берется за самые тяжелые случаи. Говорят, творит чудеса. Я говорю, хренью это, переставай заниматься! Не кричи, ты Женю разбудишь. Смирись уже! Чудес не бывает, Сонь. А я и не верю в чудеса. Я верю в науку. У него свой запатентованный метод. У него международный сертификат. Я оплатила 10 сеансов вперед. Кто тебя просил? А вдруг это шанс? Ну, нельзя опускать руки. Прости. Просто этих
врачей тут. Все без толку. Попробуем. Попробуем. Я спать. Ты бы видела эту Ковалеву, это же... Я не знаю, она вся наглаженная, причесанная. Волосок к волоску ходит, как будто у нее корона на голове. И вы начали заниматься математикой? Мы не просто начали заниматься математикой. Она заставляла меня мыть руки каждый раз перед тем, как я брал в эти самые руки учебник по математике за 9 класс. Она запирала класс на ключ, чтобы я не сбежал. Она становилась у меня за спиной, дышала мне в шею и показывала, как нужно решать вот эти вот самые задачки. Она станет за спиной, дышит, дышит, дышит. Так, ну а насколько ты научился уважать? Коль, я не тупой, я научился. Валя расплакалась, когда увидела результат. Я не знаю, почему. Она, наверное, час держала мою тетрадку у себя в руках, что-то там смотрела, думала, морщилась, сопела, а потом взяла и расплакалась. Коль, слушай, я не знаю, почему, но... Я первый раз в жизни тогда в ней что-то человеческое увидел, да? Но потом мы перешли к алгоритму. О, судя по тону, ничем хорошим не кончилось. Я из окна выпрыгнул. Ну, благо, там был второй этаж, я всего лишь ногу подвернул. Ковалев на следующий день перед всем классом встала и заявила, что это первый раз, когда она не справилась с поставленной задачей. Меня из школы выгнали, а она 2 месяца. Коль, 2 месяца она пролежала в больнице с психическим расстройством. Вау! С тех пор я больше всего в жизни ненавижу отличниц и математику. Лучше Алла или Лена. За них. Подожди. Ну вот, от Аллы 10, от Лены 6 пропущенных. Видимо, Алла тебя любит больше. От Лены достанется больше, у нее день рождения. А он занимался с математикой в Ковалевой. Сидел бы сейчас с ней, книжки умные читал. Коль, я больше не хочу слышать эту фамилию. Понял. Добрый вечер. Здравствуйте. Игорь Зинисович, почему на меня все так странно смотрят? Что-то случилось? Вы ничего не знаете, Софья Владимировна? Нет. На основании пункта 4.8 приказываю отправить доктора физико-математических наук Кравченко И.А. в срочную командировку в Лондон. Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Я сам ничего не понимаю. Сонечка, это какое-то дикое недоразумение. О! Друзья, коллеги, мы победили! Наша компания «Атлант» выиграл тендер на строительство моста. Ура! 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 Это невероятно! При такой-то бешеной конкуренции! Да, интересно, что же шепнул Максим Викторович в комиссии? А ничего особенного, просто о погоде поговорили. Конечно, о погоде знаете. Вот так вот, зарабатываешь себе деловую репутацию, а потом лучший друг подозревает тебя неизвестно в чем. Не, ну на самом деле я просто до сих пор не могу поверить, что мы выиграли. Это же какие перспективы, какой размах, самый крупный мост в городе. Кстати, Максим Викторович, насчет размаха и перспектив. Мы же никогда не строили мостов. Это очень сложный объект. Вы не боитесь ответственности? Я ничего не боюсь, Семен Семенович. Николай Петрович наймет самых лучших людей, и мы со всем справимся. Да? Как начальник отдела я готов поучаствовать в этом проекте. Ну, в смысле, у меня на примете есть надежная компания-подрядчик. Так и называется «Мост 40». Прекрасно. А, Максим Викторович, можно вас на секундочку? Да, да. Правда не заплатили комиссии? Я правда никому не платил. Ну ладно. Кстати, Макс, я случайно не за тобой? Черт. Поздравлять приехали. Коль,
Скажи, если ты что, ну, я не знаю, скажи, что меня в мэрию вызвали. Угу. Пожалуйста. Конечно. Доброе утро. Здравствуйте. Да? Я понимаю, вы решили вместо меня на конференцию отправить Кравченко. Но почему с таким слабым докладом? У Ирины Афанасьевны очень хороший доклад. Это неправда. Я только что была в библиотеке. Это абсолютно вторичная работа. Никакого научного прорыва. Знаете что? Я требую созвать экстренное заседание ученого совета. Вы не можете ничего требовать, Софья Владимировна. Потому что здесь вы больше не работаете. Как не работаю? Да вот так. Знаете, я вам предлагаю написать заявление по собственному желанию. Иначе вас уволят по 33-й статье. В феврале этого года вы прогуляли 2 дня. Я не прогуляла, я болела. Ну, какая разница? Если вы собираетесь продвигать в институте науку такого уровня, то мне здесь действительно не место. Заявление я напишу. Пожалуйста. Аллочка, я так рад. Я вижу. А ты как здесь? Да вот, решила с тендером тебя поздравить. По всем новостям только об этом и говорят. Дай, думаю, постою у служебного входа. Мало ли ты меня в окно увидел. Ну, извини, я испугался. Думал, ты меня за вчерашнее убьешь. Сбежал. Каюсь. Конечно, убью. С особой жестокостью. Только сначала мы отметим твой тендер. Ну, чего стоишь? Веди меня в ресторан. А пойдем. Все равно сегодня работы больше никакой нет. Пойдем. Сволочь ты, Макс. Но я все равно тебя очень сильно люблю. Ага. Особенно с тендером. Да ладно, перестань. Ух ты, смотри, это ж Литвинов, центрфорвард. Да ну, похож просто. Точно тебе говорю, он это. Можно с вами сфотографироваться? Зачем? Вы же футболист известный. Обознались? Я же говорил, не он, пенсионер какой-то хромой. Блин, жаль. Думал, перед пацанами понтанусь. Вот сейчас выпей это, пожалуйста, и успокойся. Это Кравченко, любовница Жданова, и все об этом давно знают. Все равно я не понимаю, как можно было просто так взять и уволиться. Знаешь, на твоем месте я бы судилась. А я хотела, Кать. Но Жданов академик, лауреат госпремий. Ну, знаешь, какой авторитет и сколько связей. Против него пойдешь, можно всю жизнь про науку забыть. Знаешь, про кого целый день думаю? Про кого? Про Макса Коршакова. А это того, которого ты по математике подтягивала? Помнишь? Да, помню. Хулиган, двоечник. Ты еще тогда в больницу за него попала. Интересно, что с ним? Да, небось, в тюрьме или спился. Ай, ты себе же представить не можешь, как я его тогда ненавидела. Знаешь, что он мне говорил? Что моя математика никому не нужна. А главное в жизни – выкручиваться и приспосабливаться. Только не надо говорить, что он прав. Прав. Весь день об этом думаю. Обидно до слез. Где работу искать, я не представляю. Вчера китайцу последние деньги отдала. У Артура пенсии одни слезы. Слушай, а приходи к нам. Куда? В школу? Конечно. У нас Троянова уже с ног сбилась искать математика. Ну, не знаю. А я знаю. Алло? А я нашла нам учителя по математике. Да-да-да-да-да. Прямо сейчас в кабинете у меня.
Сонечка! Здравствуйте, Вера Леонидовна. Глазам своим не верю, девочка моя. Ну, какой из меня учитель? Коршаков он в окно из меня выпрыгнул. Слушай, таких, как Коршаков, один на миллион. А у нас дети воспитанные, хорошие, из очень приличных семей. Соглашайся, Соня, ты у нас лучшая ученица была. Медалистка же. Ладно, буду первым учителем с докторской степенью. Можно мне еще? Давай! Ну, наконец-то! Айка, да? Яка сам не да. А я вас узнала. Вы Литвинов, знаменитый футболист. Да, Литвинов, правда, уже не знаменитый. Ну, зря вы так. А спорим, через 3 дня вы о своем костыле забудете? Спорим, а на что? На автограф. Вот здесь. В моем случае медицина бессильна, даже китайская. Это уравнение можно решить стандартным способом, который описан в учебнике. Но если хорошенько подумать, можно найти очень красивое и более быстрое решение. Бригада из МОСОРГ заезжает с техникой. И начинаем подготовительные работы. Потапов, у нас все готово? На 100%, Николай Петрович. Подрядчик плиты завез, будем монтировать основание. Молодец, Семен Семенович. Если так дальше пойдет, к зиме пролет до середины реки сделаем. Будем надеяться, Максим Викторович. Ну, я пошел. Тому, кто найдет альтернативное решение, я поставлю автоматом 5 в 4. Коль, знаешь, о чем я сейчас думаю? Не мешало бы сейчас пообедать? Нет, круто бы было, если бы меня Ковалева увидела. Макс, какая-то уже навязчивая идея. А что, она меня гнобила, унижала. Наверняка думает, что я в тюрьме сижу. А я вон мост строю, самый большой в этом городе. Понимаешь? А потом мы с тобой такую больницу отгрохаем, что во всем мире нет. Ковалев с ее способностями наверняка возглавляет комитет Абельской премии. И вот эти все мосты, твои больницы для нее так. Так что ты для нее мелкая сошка? Ну, кто смелый? Сапронов, молодец, давай к доске. А вы немного на себя берете-то, Софья Владимировна? В смысле? А почему он должен заниматься не по учебнику? И вообще это Министерство образования утвердило. Или теперь вы министр, Софья Владимировна? Нет, я не министр. Но я хочу, чтобы вы прочувствовали красоту математики. Чтобы вас увлекал не конечный результат, а процесс нахождения нестандартного, красивого, альтернативного решения. А если не увлекает? Тогда я ничем помочь не могу. Быть попугаем и изобрить учебник — это твое право. Хотя ты, Сапронов, я так понимаю, претендуешь на золотую медаль, поэтому, думаю, тебе стоит все-таки подумать. Не знаю тоже, как со своей докторской выпендриться. Более быстрый и красивый способ. Ты пожалеет. Ну что, кто попробует? Кажется, зря я в школу пошла. Ничего у меня не получается. Че это? Как у тебя, может, что-то не получалось? Да. Ну, мне просто тесно в рамках школьной программы. Я сегодня пыталась расшевелить это болото, а мне... Сапронов, знаешь, в чем обвинил? В самоуправстве. Если честно, я твоим ученикам не завидую. Я тоже. Что-то я не голоден. Почему? Что, набрал 3 килограмма. Артур! Ау. А ты думал, что иголки не помогут? Да просто костыль сломался. Лень покупать. Артур, ну сколько раз я просила тебя, не выключай свет. Это я тебя сколько раз просил? Ну что ты его везде включаешь? Мама у нас просто темноты боится. Ну передай, чтобы не боялась. Не говори глупости. А я сегодня видела, как папа разделся по пояс перед зеркалом и делал руки вот так. Ну это же хорошо. Это значит, что у папы интерес к жизни появился, настроение улучшилось. Я тоже так думаю. Сонечка, мне надо с тобой поговорить. Слушаю вас, Вера Леонидовна. Сонечка, я очень уважаю твои знания и твою ученую степень, но 3 у Сапронова в 4 – это перебор. Мальчик идет на золотую медаль. Ну, может быть, остальные предметы он и знает на 5. Но алгебру я ему 3 с натяжкой поставила.
Ты знаешь, кто у него отец? А какое это имеет значение? Большое. Алексей Михайлович – глава департамента инвестиций и финансов в мэрии. Ну ты что думаешь, мы сами потянули бы такой ремонт? А пристройка? И вот если Игорь получит тройку, не видать нам статуса гимназии в следующем году. Надеюсь, тебе не надо объяснять перспективы статуса гимназии. Хорошо. Давайте я разрешу Сапранову пересдать алгебру, скажем, сегодня после занятий. Ну вот. Я рада, что ты меня правильно поняла. Да, кстати, родители от тебя просто в восторге. А некоторые даже хотят, чтобы ты стала репетитором. Это здорово. Мне деньги нужны мужу после травмы поднимать. Ну вот. Доктор сказал, у вас психосоматика. Иголки очень хорошо помогают. Но ногу придется все равно разрабатывать. Не верю я вашему доктору. И в иголки тоже не верю. Зачем же вы тогда ходите? Жена верит, вот и хожу. А вчера вы обещали без костыля ходить. Ну, да я и ходил. Даже выкинул его. Чуть от боли не сдох. Новый купили? Да. Теперь ни шагу без него. А можно вас кое о чем попросить? О чем? Я тут на курсы массажа записалась. Можно на вас потренироваться? Да, можно. Я не против. Макс, у нас проблема. Что? МОС-40 – очень подозрительная контора. Чего ты взял? Но они акционерное общество. А ни одного годового отчета не опубликовано в открытых источниках. Перестань, их порекомендовал Семен Семенович, а я ему полностью доверяю. Макс, ты… Подожди. Лучше смотри, что я придумал. Если мы развернем все здания чуть-чуть севернее, то по утрам главный корпус будет получать максимум солнца. Макс, какое солнце? Мы рискуем, ты не понимаешь, это большой ответственный проект. Послушай, ты зануда еще похлеще, чем сам знаешь кто. Я всю жизнь рискую. Ты умный? Да. А я везучий. Подрядчика нужно сменить. Иди работай, я найду вариант. Я знаю только одного человека, у которого было такое же отношение к математике, как у тебя. И он, наверное, сейчас сидит в тюрьме. Ты что, правда позвала меня пересдавать алгебру? Серьезно? Ты что себе позволяешь, Сапронов? Я что, не вижу, как ты на меня смотришь? Я оценку специально занизила, чтобы никто нам не мешал. Пошел отсюда, подонок. Ну и дура. Близко ко мне не подходи, понял? Про золотую медаль можешь забыть. Сама ко мне прибежишь с медалью. Изумя. Архитектор прислал новый план. Зонирование участков в больнице с вариантом размещения аквапарков. Я должен глянуть. Что, опять там эта ужасная больница? Почему ужасная? Ну, потому что каждый раз, когда мы вместе, разговоры только про эту больницу. Mm. Макс, mm? Я здоровая, и я тебя хочу. Ну, потерпи немножко, сейчас все будет. Хочешь, давай вместе посмотрим? Слушай, никуда твой план не уйдет. Посмотришь потом? Может, так нечестно. Mm-hmm. Ну, правда. Ладно. Терпеть не могу таких, как Сапронов. Думаете, если у них деньги есть, то им все можно. И не связывайся с этим мажором. Поставь ему пятерку. Все и... хорошо. До свидания. И пусть катится. Зачем себе жизнь портить, а? Я поставлю ему пятерку. Только кверх ногами. И пусть сидит потом второй год. О, все. Допрыгались. Папа приехал. Сапронов старший. Наверняка по твою душу. Кость, выйди, погуляй. Ты молодец. Не побоялась моего Гарика на место поставить. Вот, держи тебе на новый драндулет. А то старый скоро развалится. Вы с ума сошли? Теперь понятно, в кого ваш сын. Ты... Этот человек только что пытался дать мне взятку. Да ты на кого поперла, овца? Да я тебе... Кость, держи ее! Держи!
Лови, лови! Соня, я не понимаю, в кого ты у меня такая наивная. Какой суд? А где доказательства? Вот видео, как он мне взятку дает. Или что, я ее принять должна была? Ты на кого потерла, овца? Все. Мам, ты что сделала? Чего, стерла? Нет никакого видео. И не нужно на меня так смотреть. Бороться она вздумала. С кем? С большим начальником? Соня, пожалуйста, очнись. И сними свои розовые очки. Или через что ты там на мир смотришь? А только ты мне не говори, что на негодяев нету права. Есть. Ты заявление по собственному написала? А куда мне было деваться? Трояна мне сказала написать, я написала. Вот и все, иди своей дорогой. Ты сама по себе, а негодяи пусть сами по себе. Зло нельзя победить. Но от него надо держаться подальше. Мама, это уже второе место работы, откуда меня вынуждают уволиться. Я не готова это терпеть. Нет, ты будешь это терпеть. Иначе тебе опять рога обломают. Потому что в жизни самое главное – это… приспосабливаться и выкручиваться. Первый раз в жизни ты говоришь, как умный человек. Это не мои слова. Это слова Коршакова, между прочим, двоечника и хулигана. Двоечники тоже иногда жизни больше понимают. Спасибо, мам. Ты свою статью в математише анально отправила? Не до этого было. А до чего? Негодяев на видео снимать? Алло. Да, Ковалева. Вы от Трояновой? Хорошо, я скоро буду. Кто это? Мне репетиторство предложили. Видимо, Троянова совесть загрызла, она мне учеников нашла. Кстати, очень хорошие деньги. Подожди, а как же научная работа? Ну, значит, теперь буду натаскивать других на нее. Все, мам, я побежала. Соня. Все, мам. Соня. Здравствуйте, я репетитор, мне назначена встреча. Проходите. Софья Владимировна, я очень виноват перед вами. Простите меня, прошу. Прошу вас, пожалуйста, присаживайтесь. Прошу. Знаете, я только сейчас узнал о том, что вас вчера уволили из-за моего балбеса. Ну, поверьте, я не имею к этому ни малейшего отношения. Ваше начальство испугалось конфликта, и... Ну, я был в ужасе, когда узнал об этом. Вот Троянов попросил ваш телефон. Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Минутку. Гарик! Гарик, иди сюда быстро! Я хочу, чтобы вы моего балбеса подтянули по математике. Но лучше вас это никто не сделает. Ему же в вуз поступать. Нет, это совершенно исключено. Ваш балбес, как вы выражаетесь, он меня оскорбил. Сейчас. Ну, что ты хочешь сказать Софье Владимировне? Ну, я хочу извиниться перед Софьей Владимировной. Я был неправ. Простите меня. Ну, так нормально разговаривать с женщиной, да? Что, он теперь на колени, что ли, встать? Да, должен на колени встать. Или тебя выпороть при ней. Перестаньте, пожалуйста. Извините. Пошел вон отсюда. Я вас очень прошу. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо, я попробую. Но только поблажек от меня не ждите. Конечно, конечно. Спасибо вам огромное. Извините еще раз. Кто бы мне сказал, что репетиторы такие деньги зарабатывают, я бы ни за что не поверила. В институте я копейки получала. Много клиентов. Я не успеваю по городу мотаться. Вон, через 20 минут следующий клиент. А как Артур? Слушай, Артура как подменили. Неужели костыль свой бросил? Нет, но на процедуру ездит с большим удовольствием.
Ты же знаешь, Артур он на себе крест поставил, а тут он даже попросил курс учебного массажа ему оплатить. Угу. Не рада за него. Да, я тоже рада. Спасибо, что клинику посоветовал. Слушай, а давай мы тебя замуж выдадим, а? За кого? Не знаю, за какого-нибудь хорошего человека. Ты вон какая замечательная, одна. Нет, Соня, у меня профессиональная деформация. Я как психолог такого понаслушалась от этих замужних женщин, про этих хороших людей, что не надо, не хочу замуж. Да, Андрей Михайлович? Угу. Спасибо, что предупредили. Да, передайте Игорю, чтобы выздоравливал. Ученик заболел. Mm. Я как раз успею Артура из клиники тогда забрать. И заодно массаж оплачу. Не отвечает. Странно. Соня, ну кто во время процедуры разговаривает? Ну да, тоже правда. Ладно, все, тогда я побежала. Пока. Макс, заходи. Я нашел крутого подрядчика. Про фирму «Алмазы» пока что-то слышал? Да, они гидротехническими сооружениями занимаются. Да, и строят мосты. Директор Саша Алмазов, мой однокурсник, был лучше на потоке. Макс, если мы будем с ним работать, ты лишней копейки не потратишь. А прибыль, которую ты хочешь вложить в больницу, раза в полтора будет больше, я тебе гарантирую. Ну, звучит заманчиво. Правда, Потапов наверняка расстроится. Наверняка он с мост 40 свой процент имел. Ну и что, Макс? Это бизнес, ничего личного, так ему и скажи. Ладно, я согласен. Ну отлично. Тогда будем молиться, чтобы у Алмазова было на свободное время. Потому что он с объекта не вылезает. А это что за физкультура была среди рабочего дня? А, мысли разные отгонял. Ну какие? Грустный, Коль. Вроде я всего достиг, вроде мечту свою скоро исполню. Деньги есть, успех есть. А счастья нет. Да, не думал, что ты умеешь хандрить. Я тоже не думал. Иди работай. Я рад. Давно хотел тебе сказать, все как-то духу не хватало. То есть я работаю как проклятая, оплачиваю твое лечение, а ты тут с этой? А знаешь почему? Почему? Потому что она нормальна. То есть я ненормальна? Она нормальная, я... Потому что она мозги мне не компостирует. Я могу быть самим собой, могу любую глупость морозить. И она ничего мне не скажет. А с тобой я просто вынужден постоянно ходить по струнке. Выйди из машины. Да не выйду. С чего вообще вдруг? Моя машина. Моя квартира, да. Ты серьезно? Серьезно, что такого? Ну, если развод. Ну, забери свою диссертацию, картину, все. Но больше твоего ничего нет. Я ничего не понимаю. Соня, ты вообще зачем сняла квартиру? Живите здесь, места всем хватит. Мам, я привыкла жить отдельно, это не обсуждается. Слава богу, с деньгами сейчас проблемы нет. Угу. Богачка какая. Нет, я вообще не понимаю, как этому подлецу, извини, Жень, можно было тебя оставить? Даже алиментов не попросить. Мам, ну какие алименты? Какие алименты? Как бы меня не заставили Артуру платить, как нетрудоспособному. Скажи спасибо, что он мне машину оставил. Я без нее как без рук. Спасибо. А она вообще хоть ездит? Ездит. Мама обещала половину денег папе отдавать. Женя, не вмешивайся. Настоящий мужик.
ничего не скажешь. А можно я у бабушки останусь в пятницу и в выходные? Хорошо, я согласна. Думаю, задание на дифференцирование простейших и наиболее распространенных функций не вызовет у тебя никаких сложностей. А при чем вообще производные? Мы же изучаем интегралы. Вот. Игорь, дело в том, что нахождение производных и неопределенных интегралов — это два взаимно обратных действия. Игорь? Игорь, что с тобой? Игорь? Там баллончик в верхнем ящике. Баллончик? Этот? Игорь. Давай я вызову скорую. Не надо. Обычно ясно. Все хорошо. Ты меня напугал. Ну что, отличная работа. Только что позвонил Алмазов, сам назначил личную встречу через час. Я иду к нему. Вау. Жди новостей. Yes. Макс, удачи. Ага. О, ну что, закончили уже? Да, да, я уже ухожу. Нет, 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 задержитесь, пожалуйста. Задержитесь, Софья Владимировна. Ну, а как же деньги? Какие деньги? Ну, я хочу заплатить вам вперед. Мой Болтс просто в восторге от ваших занятий. Нет, не надо, вперед не надо. Ну, мне так удобнее. Знаете, уплатил, и не вы. Не Гарик уже. Заниматься не передумайте. А где деньги? В смысле? Деньги? Все стоит, но я пытаюсь выехать дворами, поэтому надеюсь, скоро буду. Да. Что тебе? Я думала, у вас совесть есть. Да, конечно, есть. Именно поэтому лет 5 тюрьмы за кражу я вам ее обеспечу. Украл, получи по закону. Хорошо. Тогда вызывайте полицию. Я не покидала дом, пусть они меня обыскивают. Нет, ну не дура. У тебя сейчас найдут не только деньги, у тебя сейчас найдут наркотики и оружие в сумке. Вот ты что, правда думала, что Гарик без тебя в институт не поступит? Да мне просто хотелось посмотреть на твою испуганную физиономию, вот на эту, на которой все время праведный гнев написан. Тебе что, не пришло даже в голову, почему вы занимаетесь в столовой с мальчиком, а не в его комнате? Да потому что здесь камеры. И камера видела, как ты залезала руками в этот ящик. Ну что, вызывать полицию? Не надо. Проваливай, чистоплюйка. Да, кстати, имей в виду, в этом городе ты уже работу не найдешь. Тебя даже подъезды мыть не возьмут. Ты что встал, а? Давай куда-нибудь. Я сейчас, секунд. Ковалева? Коршаков.